Там определенная машина. Вот, допустим. Вот, допустим, смотри, какая охуенная машина. Да, долбоёб, такси возьми, долбоёб! Такси возьми, мудак! Пиздец, блядь, какой хуесос, господи, блядь. Ёбаный хуесос, сука. Ебаный идиот, блядь. Подойди к машине, блядь, пиздатый, и возьми такси, дебил, сука. Так, и чё, вот так поставить её, типа? Или что? У меня тут нет заданий, блядь. Внизу... Внизу у гаража есть список. Угу. Landstalker. А, теперь это еще и гуглить надо. Ой, блядь, самая конченая игра, все, ладно. Landstalker. А, все понятно. Это грузовик. Это грузовик, какая-то такая залупа. Какая-то такая залупа. Такая. Ранчер. Угу. Я, в принципе, их все не запомнил. Landstalker. В районе Гаитяна ошиваются. Так, подожди. Не, мне надо на телефоне это открывать. Что я не могу контролировать все. Сейчас я на телефоне тогда открою весь список. Машины. Сериалы топовые смотрел. Острые козырьки смотрел. Пиздатый сериал. Лучший в мире. Ты салон же на крайняк оставишь. Гонки по задрачи. А зачем фармить же бабки можно с помощью этого? Да гонки я в рот ебал. Гоняться. Я лучше тачки поищу. Лучше на пассиве позарабатываю бабло. Стоп, а это случаем не та машина, которая нам нужна? Подожди. Надеюсь, скажет, чтобы при выходе плюс 30. Ты будешь долго проходить. Не, сейчас мы подфармим. Трасса Гонги. Ищите на улицах. Какая-то машина. Это очень похоже на машину тут на одну фиолетовую. Стоп, а мне будет написано? Мне написано не будет, что вот, допустим, вот это правильная машина. Отвези ее сюда. Вашингтон. Нет, такой машины нету здесь. Здорово, помогаю. Томас, конечно, легенда. Это Вирга. Нет, это Вашингтон. Как тут написано. Трасса Гонги. Подожди. Трасса Гонги. Трасса Гонги. Трасса Гонги. GTA Vice City. Просто похож. Да, бывает. Гонки по бездорожью. Это здесь при чем, долбоёб? Чё? Сериал американский. Хуй знает. Вообще похуй. Какая разница.
Если ты про остров козырьков. Трасса Гонги. А где я найду трассу Гонги? Мне покажется, что она по центру. Бля, реально, это игра для идиотов ебаных, серьезно. Для просто пизду. А, подожди. Стоп, я не понял. Мне же нужны только бабки. Я только сейчас это вдуплил, что мне нужны только деньги и нужно купить все 6 предприятий, и все. А нахуя тогда я задрочу эту залупу? Зачем я ищу? Я только сейчас это вдуплил. Мне же нужно только деньги, и все. Мне только деньги нужны. Только бабки. Точно, точно, точно. Только бабки меня интересуют, и все. Мне нахуй нужны эти, блядь, задания выполнять. Надо еще пятерочку забирать. А это быстрая тачка? О, ранчер, смотри, нашел. Ну-ка, подожди. Подожди, подожди, подожди. Как это будет приносить мне доход? Когда я буду сразу... Когда я все машины найду, или вот одну я сейчас нашел, и она мне будет деньги теперь приносить. Хоть какие-то копейки. Ну. Правильно я машину положил, поставил. Главный гараж доставить. Какой главный? Сюда что? А, все, смотри. Какой-то этот. Как будто всю жизнь этим занимался. Пройди все машины по списку и получишь приз. Так, но деньги я не вижу, чтоб я зарабатывал здесь. Начинал. Понятно, за все тут машины надо. Ну это, блядь, долго тогда. Так, это что за машина? Sentinel XS. Запомни имя. Версети. Remember the name. Весь список нужно... Да, тогда пошли они нахуй. Нет, ты медленная. Ну-ка, ты быстрая. Так, подожди, 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 подожди. Куда ты, куда ты? Куда ты вот, блядь? Куда ты торопишься постоянно? Во. 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 Во, блядина! Едет, блядь. Хуяна хуячит. Как она, Сентинель, бля? Или как это залуп называется? Ебать она... Да давай, не пизди, я встал. Чего? Чего? Мне сказали, пошел ты. Я все равно начал гонку каким-то образом. Сагимал манга. Я твою мать, ебан! Пиздец! Ебаный хуеплет. Сын проститутки, ебаный по скрипту, как всегда, блядь. Хуесос. Ой, бледина. Карту не знаю. Бля, главное здесь не проебываться сейчас. Я очень сейчас хорошо иду. Блять, машина вообще быстрая. Машина очень быстрая. Все, я выиграл. Сосите, сыны проституток.
Высосите член. GTA 5 РП, все верно. Ебать, вы видели эту хуйню? Чел на меня выпрыгнул, хуеплет. Ебучий урод. Бля, вот эта машина имба. Надо на гонках с ней участвовать. Почему машину никто не убрал мою? Или не угнал? Бля, вот эту машину въебывать нельзя сейчас. Она очень быстро. А сейчас следующая гонка. Возьмите мотоцикл, блядь. Возьмите, блядь, мотоцикл, ебаный сыр. Мотоцикл, блядь, возьмите. Возьмите, блядь, мотоцикл, ебаный сыр. Баный соус, блядь. Мотоцикл, блядь, давайте. Давайте на мочках коня. Давайте, блядь, на ногах побегаем, блядь. А, я тут выбирать могу. Понятно. А какую я могу? Как я могу понять, могу я или нет? А, я не мог себе позволить, потому что денег не было. Все, я понял. А то я думал, надо первую сначала, вторую, третью. И так далее. Ебать, они закрываются. Весело. О, вот. Сыны проституток. Привет. Это еще что такое? Ой. А, твоя мать, шлюха. А что это? А как мне проехать? И что мне делать? Как мне проехать? Меня сын шлюхи зажал, ебаный. Так у меня машина сейчас взорвется, нахуй. Я могу пешком гонку продолжать на своих двоих? На своих двоих могу гонку продолжить или нет? Меня пошлет нахуй. Или могу на любой тачке хуячить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если бы я летел на всей скорости, он бы повернул налево. Уебище. Этот долбоеб задом едет. Мудак. Ёбнутый, сука, придурок. О, все, последнее. Изи. 4000. Ебало с тени. Бля, а как там тачку сохранить? Она вот... Она восстановится, если я ее в гараж положу. Охуенно, блядь, я заехал. Бля, это пиздец, имбанутая тачка. Пожалуйста, не только не взрывайся, блядь. Я въебался случайно, шлюха. Ну реально, могу я как-то пофиксить? Починить могу я ее или нет? Ну то есть сохраняшку ебанул. О! Че, блядь? Я дал другой вход. Как-то быстро получилось зайти. Ебать, кайф. Ой, охуенно, блядь. Читах. Ой, охуительно. Машина чинится сама. Заебись. Так. Ну, опять давайте гонку на 1000 сделаем. А, на 2000 тут есть. Ну, 2000 давай тогда. Делаем гонку. На 5000 пока нету.
тебя фарманем тогда на изях. Как нехуй, блядь. Ну, гонки-то самая имба тогда здесь. Спасибо реально за информацию человеку, который на Твиче смотрит. Я реально не знал. Первый раз прохожу эту залупу. Гонки это прям ебанутый фарм. Прям особенно если по 10 тысяч брать. Это прям вообще ебейшая. Мощнейшая, бля. Всегда они стоят напротив меня. Стоп, а я в них въебался в прошлый раз. И мы как-то так поехали все равно. Вот. Как так получается? Ах ты, сын шлюхи. Бля, хоть бы они въебались сейчас по дороге. Уроды, блядь. Я могу взрывать? Стрелять? Ну, стрелять могу, взрывать могу машины их? Или это будет не в счет, типа, все. Проебано нахуй. Ой, блядь. Сука, с идиотами поведешься, того и наберешься, блядь. Все, отлично. Один на один у нас сейчас. Схваточка. Ну, машин как-то быстрее, блядь. Бля, тут дорогу дрочить надо еще, задрачивать дорогу. Знать, куда ехать. Либо на карту смотреть очень часто. А если на карту смотреть очень часто, то фокус теряешь. Как ни крути, короче, задротство всегда идет плюсом в любой игре. Наверное. О, найс, конец. Yes. 8 тысяч, ебать, талия бабла. Форза вообще имба. Не, я гонки не люблю. Так, и как мне попасть? Может быть, когда-нибудь форзу пройду. У меня есть руль. На нем даже этот... Марка Ламборджини. На руле. Либо это просто для красоты хуета. Наклеечка. Так, надо машину фиксить. Бабки, бабки, бабки. Ну, короче, тупой симулятор фармера. Хорошо, что в GTA San Andreas это убрали. Иначе я GTA San Andreas, наверное, тоже не полюбил бы. Ну, как сказать, не полюбил бы. Именно вот в этом проблема была бы. Ебать тут. А, я своего, кстати, задавил. Мудаки, вы можете съебаться к хуищам отсюда? Сука, идиоты, блядь. Бля, я рот ваш ебал, серьезно, челы, блядь. Идите нахуй. Идиоты ебучие. Сука, просто я матерей их топтал, блять, выблетков этих. Идиоты ебаные просто. Просто ебаные идиоты, блять. Сука, конченые. Вместо номера будет твой логотип канала. Да можно много чего мутить с этой хуйней. А, звезды не пропадают, реально? При сохранении. Рыли? А почему? В GTA San Andreas пропадает. Иди нахуй отсюда уже, блядь, идиот ебаный. Сука, конченый. Блядь, теперь...
Я ничего не хочу машину въебывать. Ладно, похуй. Надо звезды искать где-то сейчас. Это же боты. Чего не обижай их? Ты че, ебанулся, что ли? Типа и стоят мне пройти не дают. Ты ебанулся? Ты ебанутый? Реально? Реально это пишешь? Они дают мне пройти, блядь, тратят мое время. Ты реально чел? Чел? Чел, ты реально чел? Куда не знаю, что я на скорой еду? Может, это не я, блядь. Может, другая скорая, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, я не знаю, что мне сделать. Имидж сменить. Я могу... А, я могу перекрасить же тачку. Точно, я вообще перекрас тачки забыл в этой игре. По существованию. Ладно, здесь я уже тачку не знаю. Я мать ебал этого уёбка. Это опять РП, блядь. Съебался нахуй отсюда. Ебать, тачка медленная. Ёбаный ты гандон, блядь. Если бы я пропустил, я выебал бы всех полицейских в этой игре, блядь. В жопу нахуй. Все, отлично. Кто там? Так, я ж правильно еду? Кто там, блядь, детский голос издал? Крик. На улице, походу. Залупа какая-то. Стоп, а это что за машина? Подожди. Это не та, которая мне нужна? Ебать, алмазов ты нахуярил. И дахо. А, так это нужна тачка. Блять, я рандомно на какую тачку накликал, блядь. И это та, которая нужна тачка. Ебать меня в жопу. GTA 5 РП можно все, блядь. Можно матерей всех ебать там. Ебать, это та тачка, которая нужна, прикиньте. Вот это прикол, блядь. Я на рандом как-то машины нахожу. Каким-то, блядь, волшебным образом. Вот реально, там же есть и дахо. Да, вон она. Вторым идет. Как я это делаю, блядь? Не пойму. Всю жизнь этим занимался. Мистер Ви. Лэнд Сталкер, Эсперанто, Сталион и Блисто Компакт. Блять, как будто марки сигарет читаю. Подожди, сколько у меня денег? 11 тысяч. Ну все, я могу за 30-ку гонку взять. Вот она. Блять. То, что он выбрал людей, а не андроидов в игре. Ты здорово отразил. Хуя. Бля, не понял. Я даже не знал, кстати, об этой ситуации, что его дизлайков подоставили. О, прям тут. А у меня машина есть как раз. Расчехляем. Как будто форсаж, ебать. Расчехляем малышку. Как будто форсаж, реально. Ебать меня в попу. Форсажик, ебать. Прям гонка тут еще рядом. Ебать, это удобно. Поехали, ёб твою мать, чё встали, блядь? Ой. Ой, ебать, как мне повезло. Ебать, мне повезло. Ебать, мне фартануло цепануть в последнюю секунду метку. Все, теперь главное не торопиться. Слушай, я думал, там чел летит за мной уже. Как будто на ракете вот так. Истребитель, ёпта. А, ну я так понял, нам до моста надо лететь, да? Бля, если тут ехать прямо-прямо-прямо потом налево на мост, блядь, это самое охуенное, что я видел в своей жизни. Поверни налево, сын говна, блядь. Бля, ебать, реально тут только прямо-прямо-прямо-прямо? Ёб твой рот. ВК пришлю. Давай.
Бля, так это пиздец. Угар. Чисто хуяришь прямо, да и все. Блять, как будто Need for Speed прохожу. Вот вам Need for Speed, блять. Хотели гонки, блять, от меня. Форза, нахуй. Вот вам, блять, форза, ебать. Симулятор фармера. Серия назову. Серию. Ёб твою мать. Каким, блядь, волшебным образом развернула по тупорылому, блядь. Ты-то, блядь, здесь что забыла, тварь ебаная? Жопа мира, блядь, он тут едет, мудак. Ебучий, сука, придурок. Бля, он тут всю карту объезжать. Интересно, а что выгоднее и быстрее по времени? По 10? По 30? Или, к примеру, по 8? Фаст гонки. Ну тут через сюда, это, блядь, остров весь. Объехать надо. О, так это... Чё? А почему эту машину не убрали? Охуеть, вы видели? Это та машина, на которой мы этот ездили. Пиздец. Почему тут сохраняется машина? Это даже нагружает очень сильно память, мне кажется. Пиздец. Что за тупизм? Ну, нам, наверное, до автосалона надо ехать. Не, ну это скучный симулятор фармера. Неинтересная хуйня. Да, долбоёб, поверни, блядь. Мудак, тебе налево, блядь, наоборот, направо тебе надо поворачивать. Ты налево поворачиваешь, идиот, блядь. Куда ты там поворачиваешь, нахуй, там сплошная, мудак ты ебучий, сука. Блядь, короче, скукота ебаная. Блять, машина очень быстро. А, все, конец. 40 тысяч. А, это с десяткой вместе сверху. Ёбаный сыр. Ёбаный сырник! 40 кусков тут платят. Если бы НФС была с такой физикой, я бомбил уже на первый гон. Но НФС-ка прекрасна. Тут без пизды. Give me a break. Так, подожди. Нахуй нам эти машины тогда искать? Если мы можем, блядь, нафармить миллион, блядь, здесь. Берем гонку. Все, поехали. Здесь я и в тот раз, блядь, тачку задел свою. Да, поедь на меня, мудак. А ты давай налево поверни еще, тварь ебучая. Так, еще с ракет давайте нам.
это может зарешать. Вот тут берешь разгончик. На человом чисто. Берешь тут разгончика, ебать. Вот тут аккуратненько. Въебаться можно. Give me a break. Give me a break. Три минуты еще. Надо ехать просто, блять, кататься по городу. По каким-то ебучим меткам. Почему нельзя приехать просто сразу, блять? Ой, ебаный в рот. Почти подобосрался. Из-за звуков громкого немножко. О, то самое место, блядь. О, мудак, блядь, ебучий, скриптованный, в рот ебал, блядь, вупсень. Ебаный, сука. Утырок, блядь. Залупинск ёбаный. Какого хуя он там едет, блядь? Ой, блядь, я так и знал, сука. Тварь ебаная. И слева машину поставили, и справа. Хуй пролетишь, ёпта. Сучка ебаная. Еще минута. Эту машину до сих пор так и не убрали. С той миссии, блядь, еще, где машина должна была взорваться. Секунд 40. 40 секунд. Блэдинство. Блэдинство 40 секунд, блад. Блад. Блад файер. Блядь, файер. Блядь, файя. Гаитяне все равно продолжают меня стрелять, блядь, в мудаки. Учитывая, что я им помогал, блядь, выблядки бомжатские. На тебе, блядь, в уебище. Высосите письку. Мамонта. Получите записку, блядь. А, там же 4.32 было написано. 4.32 точно. Физика просто ебанутая. Да, машина сразу поворачивает, как хочет, блядь. 40 тысяч. Но у меня 70 на руках. У меня на руках 70 кусков. Машиночка-то у нас дымится уже, блин. Не учили физику в школе. Да, блядь, разработчики этой игры гандоны, если что, держу в курсе. Я их рот ебал. Так. Чего? Чего, блядь? Реально? Так я себе мог мозги не ебать, если мне надо. Я тут, короче, нашел, что... Не, эту тачку мы оставим, потому что мы можем фармить на ней. Спокойненько. А так возьмем вот эту бледину.
Синюю. Там есть даже по 1000 рублей эти, оказывается, точки. Второй остров. Даунтаун где был? Где-то там слева вроде. Литл вот этот хуяни. И вот тут где-то даунтаун должен быть. Ну, даунтаун, давай, показывай, даунтаун. Ну. Второй остров, это вот этот, значит. Литл Хаити. А, вот Литл Хаити. И дальше, наверное, даунтаун. Да, нижний город, ну, по идее, так и должен быть. Этот верхний, этот нижний. Там что-то ебаные деревня, блядь. Домики деревянные стоят. Вот он, да. Так. Это что-то на рыбацкую лодку похоже должно быть. Скумолишек. На крыше здания байкер-бар. Скумолишек. Скумолишек. Скумоли... Шаг. Скумоли... Шаг. Локатион. А почему карты нету? Рядом с клубом байкеров. Охуенная подсказка, идиотская. А, подожди, вот. Вот тут, да, наверное, да? О. Хуясь, армор, ебать. Макс Пейн от Рокстара. Макс Пейн, вроде, да. Тут что ли, лачуга, блядь? Или где? Ебать еще оружие. А вот тут чё? А, вот оно. Находишься не на миссии. Так, ну. И это будет ли считаться за эту хуйню? 10 армора въебал. Ой, хорошо, что я тут тачку ебала с тени. Так, дальше идем. Но это же недвижимость, по сути. А, блядь, так вот, ёптва. Карта недвижимости. Ну и все, ёбаный в рот. Теперь главное понять, блядь. Чё из них, чё, блядь. Ну все, о чем мозги-то ебем тогда? Так. 3-3-21 Vice Point. 3-3-21 Vice Point. 3-3-21 Vice Point. Ага. В конце где-то. В конце. Вот тут где-то. Как это молотку попасть? А, оружейная. Где оружейная на карте? Да, все правильно еду. Все, владелец сменился у мотоцикла. Блять, к мосту проехать. Ебаные долбоебы на разработчиках. Они даже не могут нормальные, блять, проулки сделать, проехать как-то дорогу, блять. Идиоты. Блять, у меня жопа сгорит сейчас нахуй. Просто от этой игры ебанутый, блять. Текстура за километр, блять, уходит. Невидимая стена, блять. Ебать, челы вышли. Три чела, блять, одинаковых.
Че, ебанутый, что ли? Be careful, be careful, курва. Be carefully. Be carefully. Правильно ли я еду? Правильно. Если тут что-то, фильм-студио здесь есть. И это фильм-студио. Фильм-студио. Так, это зеленая. Вот тут вот. Сколько стоит? 60 тысяч. А, пошла ты нахуй. Так, где-то в конце здесь. Это чё, подожди, чё было там? Аптека, что ли? Да. Так, а это где находится? На карте. Где-то вот тут. Так, ну, наверное, правильно еду. Вот где-то здесь. Вот она. 2000 она вроде стоит, да? Угу, 2500. Угу. Так, отлично. Теперь ты можешь сохранить прямо здесь, на это, да? О, прямо здесь могу, хуя. А в здание я ебал, да? Чисто для вида здания. Хуй туда зайдешь. Дальше погнали. Так. 1102 Вашингтон Стрит. 1102 Вашингтон Стрит. 110. Угу. Это надо ехать ко мне. Это надо ехать ко мне. Чуть дальше проехать даже. Да. Правильно. Мудень, ты видишь, я еду, бля. Куда ты летишь, ёпта, сынок? Так, где-то вот тут. Сделал пипи на твоей треке, и ты потух. Да, я молодой, но с камей уже ветеран. Кончил на живот, потом ты это вытирал. Где моя мораль, бля, ее потерял? Допрашивает Асками, бля, он чё, федерал? Упс, вернее, он мой поклонник. Ебанутая, блядь, что ли, куда едет? Дура, блядь. Там машина, она едет, блядь. Дурочка. Конченая, блядь, обдроченная. Тихо ты, блядина. Жирный, блядь, Томми Версетти пролететь не смог. Пусси, пусси, пусси. Пока, пока. Заходи еще. Кончил на живот, потом ты это вытирал. Где моя мораль, бля, ее потерял. Бля, он что, федерал? Подожди, Малибу. Малибу 120 тысяч стоит, я ебу. Вот здесь где-то. Почти доехали. Я маму ебала, серьезно. Эти пизду просто это. Ой, блядь, идиотство ебучее. Просто километровые текстуры столбов. Так, вон молоток. Теперь вправо. Теперь влево. Если бы я задел ее, не удивился бы. Где-то здесь. На другой стороне было. Это все равно можно.
Сука, блядина ебучая, блядь. Сука, шлюха, блядь, ебаная. Вот это, кстати... А, вот. Купить можно. 3000 стоит. Вашингтон Стрит. 3000 все стоит. Охуеть, блядь. Такое здание, блядь. Малибу ебаный клуб, блядь, дешевле стоит. Ой, дешевле должен стоить. Это наоборот дороже. Залупа, блядь, старая. Так, едем дальше. Links View Apartments. 6000 бачей. Это надо ехать обратно. В Малибу. А как я проехал? Я ебу. Вот так вот в Малибу проехать можно. Сын, выблядка просто. Выблядка, сука. Какой ты хуеплет, блядь. Какой ты уебан, сука. Высоси. Член, блядь. Урод, блядь, ебаный. Едет прямо, видит, я на правый фор. Хуеплет поворачивает тоже. Сука, урод, блядь, конченый. Уебан, блядь, конченый. Куда ты поворачиваешь? Что ты, блядь, делаешь? Мудак ты, ебаный, сука. Так, где это находится? Бледина это. Вот Малибу, я ебу. И вот это, я так понимаю. Нет, рядом. Вот это. Короче, Пейн Сприн едем. Да, въебись еще в стену, мудак. Конченый. Вон туда, налево нам надо. Вот тут вот. Ой, не туда. Вот. Вот это, наверное, да. Бери, бля. Links View Apartments. Теперь может сохраниться, блядь. Ocean Heigetech хуй. Это где-то там, рядом с хатой моей вроде было. Первой хатой. Ocean View где? Да, она. Да, походу она. Ну да. Еще и там поле Position Club какой-то есть. Это в ту сторону ехать надо. Саги малмай. Жуй, блядь. Жуй, говно, сука. Ну, куда ты летишь на своей помойке? О, выблядок, это ты поворачивал же, я ж тебя запомнил, гандон. Бледина. Так, надо же, стань недвижка должна быть, по сути дела. Ну, по идее дела, по сути дела, вот здесь вот должна недвижка быть, да? Здесь же или не здесь? Не, значит, я проебался где-то. Все, я понял. Да, значит, я проебался. Значит, там где-то либо на улице, либо где-то в этом. Либо где-то вот тут. Нет? Нет. Значит, где-то тут рядом. Потому что здесь недвижка продавалась. Ocean Heights. Либо я перепутал, и там что-то рядом, наверное, продается, что-то такое. Ocean Heights. Небоскреб, наверное, какой-то. Ocean Heights. С боковой стороны.
А, она чуть ниже находится. Надо все пешком дойдем. И со стороны улицы. Вот здесь. Ага. Все понятно. Значит, нам надо до оружейного топать. Давай, 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 заебал, чё, блядь? Устал так быстро. Мудак. О. А, вот, вот этот поле можно купить. Сколько стоит недвижка? 30 тысяч. Да похуй. Стрип-клуб ебаный. Сохраняшка. А бабки? Мотик спиздили. Комплект одежды верцит за баслом. Ocean Beach. Подожди. А, во. Во этот Ocean High GHTS. Я нашел его. Походу. Это же этот. Вот эти небоскребы, вершины, что-то. Ну да, вот это он. Что мне пиздите? Чем его купить не могу? Где мои бабки, сука? Бабки, бабки, блядь, бабки. Я нахуя... Чё мне бабки не платит? Ну, вот этот небоскреб, его надо купить. Это полюбас. Полюбэ, блядь. А, я проебал. Ебать, восход уебищный. Хуй найдешь. 7К. Заходишь не на миссии.